Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их работами. Андреас Леонард Роллер. Русский художник, пейзажист немецкого происхождения и театральный сценограф, профессор Императорской академии художеств. Родился 8 января 1805 года в Регенсбурге. Его отец был театральным механиком, а дядя – концертмейстером. Я пользуюсь данными Википедии. Все его братья и сестры проявили в театре те или иные творческие способности. В возрасте 5 лет его семья переехала в Вену, где он позже учился в Академии изящных искусств. До этого он изучал конструкцию театральных механизмов у своего отца и занимался живописью у Антонио де Пиано. Начал работать декоратором и помощником инженера у своего отца в 1821 году. В 1822 он стал главным инженером в театре Йозерштадт. Покинув этот пост около 1830 года, работал в театрах по всей Германии и Австрии, а также путешествовал по Англии, Шотландии и Франции. Во время пребывания в Берлине он работал с архитектором и дизайнером Карлом Фридрихом Шинкелем, который оказал влияние на его творчество. В 1833 был приглашен в Санкт-Петербург, чтобы стать декоратором и главным инженером императорских театров, должность, которую он занимал до 1879 года, когда болезнь вынудила его уйти в отставку. В те годы он создал некоторые из самых значительных постановок, приютившие его стране, включая премьеры «Жизнь за царя» Глинка, одной из первых русских опер на Императорском Большом Каменном театре. Его технический вклад включал введение движущихся декораций, так называемый эффект разрушения, когда кажется, что декорации рушатся. В 1862 создал версию «Силы судьбы» Верди с раскатами грома и иллюзией дождя. В конечном итоге он принял участие в постановке более 200 пьес, опер и балетов, а также создал более 1000 живых картин, нарисовал шторы и создал панораму города Палермо, которая была выставлена рядом с Михайловским манежем, но была уничтожена пожаром всего 2 года спустя, в 1852 году. Его опыт использовался в нескольких проектах реконструкции, в частности в Зимнем дворце и Эрмитаже. Он был назначен профессором перспективы в Императорской академии. В 1873 стал российским гражданином. Умер 20 июня 1891 года в Санкт-Петербурге. Вот так немного из Википедии переводной о русском художнике-пейзажисте немецкого происхождения и театральном сценографе Андреас Леонард Роллер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.